На ковер С приглашается Ахмат Джабраилов, Республика Дагестан. Аюр Минжур Даржин, Забайкальский край. На ковре Б борцы весовой категории 42 килограмма. В красном трико Александр Жданов, Республика Саха-Якутия. В синем трико Саян Тумуров, Республика Бурятия. Готовится весовой категории 48 килограммов Менину Аюру и Салих Асаду. Володя, давай сам начинай, пойдись. Ведут неявки на ковер С. Ахмада Джабраилова победа присуждается Аюру. На ковер С приглашаются Евгений Молотов, Иркутск, Валерий Иванов, Республика Бурятия. На ковер С повторно приглашаются Евгений Молотов, Иркутская область, Валерий Иванов, Республика Бурятия. Подготовится на ковер С Альберт Хазагаев, Иркутская область, Шахром Широв, Красноярский край. На ковре Б схватку обслуживает руководитель повара, судья всероссийской и международной категории Амарасхат Абдуллаевич Курмагомедов, Дагестан. Договорился. Арбитр. Приглашается повторно Валерий Иванов, Республика Бурятия. Арбитр на ковре. Володин Вячеслав, Амурская область. И боковой судья Хаханов Алексей Игоревич. Судьи первой категории. На ковре С схватку обслуживает руководитель ковра Солтреков Анатолий Николаевич, Республика Хакасия, судья всероссийской и международной категории. Арбитр на ковре Ашаханов Василий Васильевич, Иркутская область, судья второй категории. И боковой судья Базарок Илбек Галсан Баирович, Республика Забайкальский край, судья всероссийской и международной категории. Thank you.
На ковре «Б» в упорной борьбе победу одержал Александр Жданов, Республика Саха-Якутия. На ковре «А» победу одержал Владимир Алтаев, Иркутская область. На ковре...